Всем привет, друзья! Сегодня наш последний день отдыха нашей рыбалки в этом замечательном месте на реке Ахтуба. На это место мы приезжаем уже не первый раз, но в этот раз рыбалка получилась отличной. Мне удалось поймать свой заветный трофей, также два раза побить вес самой крупной пойманной мной рыбы. Не хочется уезжать, конечно же, отсюда. Я вам немного завидую, так как у нас это сегодня крайний последний день, а у вас это только начало. Кто там? Ух ты! Сегодня первый день пребывания на замечательном месте, в которое я езжу каждый год. Отличная традиция. Сегодня первый день, и я решил его начать с ловли на пикер. Рыбалочку хочу сделать короткую, примерно час. И вот мы как раз посмотрим, что можно здесь, на речке Ахтуба, конкретно в этом месте, поймать. Ну все, приступлю к рыбалке. Начну с замеса прикормки. Прикормка у меня сегодня будет... Прикормку я сегодня буду использовать от фирмы Delphi. Это лещ-плотва, жареный лен, карамель. Буду использовать маленькие кормушечки, поэтому, думаю, килограммовой пачки прикормки мне будет достаточно. Одна пачка прикормки и еще, думаю, добавлю полбаночки консервированной кукурузы. Ловить я буду сегодня на пикер от фирмы Higashi. Это модель Koi. Длина 2,70, тестом до 45 грамм. Поставил пока просто пустую кормушку и ищу сейчас точку, где бы легкая кормушка держалась. Ну, вот сейчас закинул, получается, резкий спуск в яму, и на нижней точке кормушка держится. Ну, думаю, здесь и заклипсуюсь. Начну с крючка 12 номера, поводок 0,12 флюорокарбон. Длина 70 сантиметров. Ну и по насадкам вначале попробую опарыша, посмотрим, что будет ловиться на опарыше. Ну, в дальнейшем, думаю, попробую консервированную кукурузу, если совсем мелочь будет ловиться. Вспомнил, что я забыл. Я забыл разложить подсак. Это здесь обязательно. Перуха, поклевочка. Есть кто-то, есть. Кто-то есть. Какая-то мелочь. О, густерка мелкая. Так, вон рыбачки с той стороны что-то хорошее тащат. Без подсачника руками берут. Сазанчик. Сазанчик небольшой, килограмм под 2, наверное. Неплохо. Попробовал, закинул сейчас на кукурузу консервированную, на одно зернышко. Сейчас посмотрим, будут ли поклевки. Мелкая рыба уже видно, что собралась на прикормку. Густерка хорошо клюет. Сейчас посмотрим, есть ли что-то покрупнее. Опа, поклевочка. Кукуруза. Ух ты, какой загиб. Вот это да. Вот, друзья. Вот это что-то хорошее. Отлично. Пикер отрабатывает. Супер. Ух ты, блин.
Отлично. Ух ты, супер вообще. Кто там? Ух ты. Ух ты, какой ясь. Хороший. Вообще супер, отлично. Вот это ясь, ребята. Вот это ясь. Пикер отлично гасит рывки. Просто супер вообще. Ух ты, как. Вот это ясь. Ясь, да. Супер, вообще, смотри какой. Вот это да, прикинь. Вот это ясь. О, какой красавчик вообще. О, какой. О, блин, ни хрена. О, есть, хороший. Тут хороший, блин, вообще, карась или сазан. Рывков нету. О, карасямба, карасик. А. Ветер, конечно, ураганный. О, поклевочка отличная. Опа, она поклевочка отличная. О, ух ты, ух ты. Какие рывки. Ну, карасик, но мелкий. Помельче чуть-чуть. О, какая. Ну, вот такой карасик. Тоже неплохой. Красавчик. Так, ну что, сегодня второй день. Такая замечательная погода. Вчера моя рыбалочка не удалась, так как половил, наверное, минут 20 и дул очень сильный боковой ветер, песок. Весь летел в глаза, катушка заскрипела, короче, ловить невозможно. Ну, вчера в улове был ясь грамм 800, несколько карасей, ну там густерка, мелочь, короче. Сегодня я сейчас спущусь опять к реке и продолжу свою рыбалочку на пикер. Прикормка, насадки, все осталось со вчерашней рыбалки. Удочка, все, ничего не разбирал, просто поднял наверх, так что сейчас спускаемся с сыном. Сын будет играться, а я буду ловить. Так, ну что, спустился я к реке. Сейчас продолжу свою рыбалочку, так сказать, по насадкам. Кукуруза, опарыш. Прикормка, конечно же, требует, чтобы я довлажнил, подсохла. Ну, такой кормушка это. Нужно много времени, чтобы перекидать. Точка у меня заколлипсована на самой яме. Яма 7,5 метров. Сразу поклевочка. О, клюет. Ну, видно, какая-то мелочь бьет. Какая-то мелочевка.
ребята кто-то есть. Смотричка. О, какая. Вся семья на рыбалке. Артём только закинул на кукурузу на пикер. Ты вставай, вставай, иди вон туда, я тебя под сачником посажу. Давай, давай, иди, иди туда. Кого-то поймал. Кто же там есть? Только забросил. О, какой, смотри, хорошенький какой, влетел тебе, ничего себе. Подожди, смотри какой. Сразу на кукурузку. О, какой трофей. Вот это Артём дал. У меня веселая рыбалка. Супер? Ага. О, смотри, как только закинул сразу. Он даже опуститься не успел, уже сидит. Карасямба какой. Сразу прям на две кукурузки. Хопа. И вот такой да карасик. Артём решил отпустить, слази вниз. Угу. Тебе принесу. Держи крепко двумя руками, вот так отдвинь одну сверху. Ага. Пускай. Опа, пошел, красавчик. Нырнул как сальтухой прям. Отлично. Оборвало леску флюрокарбон 0,12 мм. Поход был сазанчик. Только что поводочек новый поставил. Блин, реально удочка. Которого не было. Блин, рыбки качество вообще отлично. Ручка. Так, ну что, друзья, сегодняшний день был посвящен ловле на пикер. Ловил не только я, но и Артём. Так, ну что, осталось достать садок. Ловил, конечно же, я не целый день. Поспали и поели сегодня. Сейчас достану садок, покажу мой сегодняшний улов. Артём свою рыбу сразу отпускал в речку. Ну, мелочевку я сразу отпускал. Густерки, плотвички. Вот. О, самый крупный ясь. Вот такой. Ну что, сразу буду отпускать, наверное. И... такие карасики. Артём тоже таких, да, таскал? Ага.
О, покрупнее. Отлички. Еще карасик.